Адвокат-дознавательница из Уфы, которая заявила об изнасиловании тремя высокопоставленными полицейскими, Ирина Валиева отказалась от каких-либо комментариев по поводу второго переноса слушаний. Как она заявила РБК Уфа по телефону, причины носят личный характер. Сторона защиты обвиняемых, в свою очередь, просит дождаться 13 августа, когда должно состояться очередное заседание, и после этого делать выводы о ходе судебного процесса. Поступило ходатайство от адвоката и от потерпевшей о том, что в связи с заболеванием адвоката они просят отложить не ранее, чем на 13 августа. Поэтому суд по предложению государственного обвинителя отложил на 13 августа. А если 13 августа картина такая повторится? Давайте доживем до 13 августа, там посмотрим. Ну, насколько на слух это можно было воспринять, адвоката потерпевшей, что она по каким-то причинам не может быть, и, соответственно, раз нет адвоката потерпевшей, то и потерпевшей также не было. Прокурор выступил также с заключением, что ходатайство подлежит удовлетворению, и, соответственно, было решено перенести судебное заседание до того, как отпадут причины, по которым не явилась адвокат потерпевшей. Судебное заседание, насколько я понял, перенесено пока на 13 августа. Слушания должны были начаться 29 июля, потом их перенесли на 6 августа. Ни на одно из них потерпевшие и ее адвокат не пришли. Напомню, фигуранты, экс-полицейские Павел Ярамчук, Эдуард Матвеев и Салават Галеев находятся под домашним арестом. В следкоме ранее говорили, что обвиняемые в ходе следствия вину в совершенных преступлениях не признали. По версии СК, в ночь на 30 октября прошлого года трое высокопоставленных правоохранителей изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. По словам потерпевшей, все произошло в здании МВД по Уфимскому району. Полицейских и дознавательницу уволили из органов за распитие спиртных напитков на рабочем месте.